В городе появилось территориальное общественное самоуправление. Объединились жители сразу нескольких домов в микрорайонах Лазурный и Центральный. Теперь муравленковцы самостоятельно смогут принимать решения в вопросах местного значения, которые касаются обустройства тротуаров, ремонта детских площадок или установки освещения в своих дворах. Решение о создании ТОСов приняли на собрании собственников жилья. Также избрали председателя, секретаря, ревизора и сформировали совет общественного самоуправления. Заранее инициативные муравленковцы заручились поддержкой своих соседей, собрали необходимые подписи. У нас закончился первый этап, самый основной. Мы собрались группы единомышленников, которые сегодня на учредительной конференции приняли решение открыть два ТОСа. Центральный, Лазурный – это самое основное. Следующим этапом мы регистрируем юридическое лицо. И на третьем этапе мы собираемся и определяем, как и на какие цели будут расходоваться выделенные денежные средства. В первый ТОС вошли дома номер 105, 107, 109, 111 на улице Ленина, а также 20 и 22 на Пионерской. А второй объединит пятиэтажки по адресам Ленина 75, 77 и переулок Новоселов 1 и 3. Конечно, как у каждого человека, у жителей этого города, у меня есть личные предпочтения какие-то, да. Также есть ребенок, которому негде играть, допустим, есть автомобиль, который где-то парковать необходимо. Где-то лужа, которую я не могу обойти, потому что отсутствуют тротуары. То есть есть предпочтения, но, скажем так, они будут озвучены и будут решаться вот именно созданием вот этих ТОСов. На реализацию планов, созданных в городе ТОСом, выделят субсидии из местного бюджета. Куда именно направить деньги, решат сами жители.